Русский язык станет в Карабахе официальным. В парламент так называемого Арцаха внесен соответствующий законопроект. Принятие законопроекта юридически закрепит, наряду с армянским, равнозначное использование русского языка в Карабахе. Проект законодательных поправок о признании русского языка официальным языком в Карабахе вошел в повестку рассмотрения местного парламента. Обнародованный проект изменений в закон о языке подписан лидером так называемого Арцаха Араиком Арутюняном и уже размещен на сайте парламента. Официальными языками Нагорно-Карабахской республики являются литературный армянский и русский языки, говорится в законопроекте. Согласно документу, госорганы, юридические лица, учреждения и организации обязаны вести дело производства на армянском и в случае необходимости на русском языках. Также будет поощряться выпуск печатных изданий на двух языках, создание учебников, пособий, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы. В обосновании к законопроекту говорится о необходимости формирования новой повестки с учетом культурных, военных, экономических связей между Арцахом и Россией, исторической памяти и того обстоятельства, что для многих карабахцев русский язык является вторым языком общения. В этом контексте первоочередным отмечается повышение статуса русского языка, что создаст необходимые условия для углубления сотрудничества во всех сферах, а в видимой перспективе будет способствовать развитию отношений в правовых рамках. Долгосрочное присутствие в Арцахе российских миротворцев, осознание необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникативных проблем, сотрудничество в сферах строительства, здравоохранения, образования и науки требует переоценки роли русского языка, говорится в документе.